software control of microphones is really the future of microphone technology. Сфера — это микрофонная технология, позволяющая модулировать звучание и поведение легендарных винтажных микрофонов, включая различные паттерны направленности и другие эффекты, например, расстояние до источника звука. При этом изменять все параметры можно даже после записи. Это отличный вариант для постпродакшена, так как все настройки всегда будут в вашем распоряжении. Нашей целью было моделирование поведения широкой диафрагмы конденсаторного микрофона, потому что именно такая диафрагма, как правило, наиболее интересно себя проявляет при записи. Множество записей Эрика Паба и Криса Таунсенда, например, давних друзей студии Sunset Audio, звучат очень характерно и ассоциируются с тем оборудованием, которое я использую и люблю. В общем, с тем, что является неотъемлемой частью моей работы. Мы провели отличную работу по записи гитары с Дэйвом Левитом, студийным гитаристом из Лос-Анджелеса. Он играет с Аланис Моррисетт, Сэмом Моралесом, Тимми Гро, в общем, множеством музыкантов. При записи мы использовали два микрофона, один у Дэки, второй у Грифа, так, чтобы в итоге получилась стереокартинка, с которой можно отлично поработать. Моя философия записи — это сравнение, сравнение и еще раз сравнение. Я всегда стараюсь держать все записанные дубли под рукой и менять их прямо на лету. Конечно, большая часть этих записей в итоге не понадобится, так что меня очень вдохновила возможность использования новой технологии сфера в комбинации с записью звука на аудиоинтерфейс Apollo. Благодаря прямому мониторингу с нулевой задержкой, я могу отстроить необходимое звучание микрофона прямо из мониторной комнаты. По-моему, это просто отлично. That's fascinating.